Ох уж эти мерзопакостные журналисты! Нигде не дадут покой успешной и чертовски богатой женщине отдохнуть. Даже в вашингтонском пятизвездочном отеле. Дай Лере два. Кто таки два? Я зараз подключу полицию. І зараз вас буду фотографувати і кликати поліцію, якщо ви мене не залишите на самоті. Заткнітесь ви, істеричка! Подобный мерзавец, журналист Александр Думенский провел целое расследование по киллеру украинской гривны Number One, результатом которого послужило его заявление в антикоррупционные органы Украины. И заявление в антикоррупционные органы. В НАБУ, САП и НЗК. Здесь информация о поездке Гонтаревой на Мальдивы за 1 миллион гривен на неделю на трех членов ее семьи. Воровать неплохо. А вот этот парень с лицом словно говорящим «Мобилу гони!» Ее славный сынок. Как вы помните, прославился купанием в бассейне, наполненным дорогим вином. Также нельзя не порадоваться за красавицу-невестку Гонтаревой. Ничего так цыпа, да? Которая очень любит путешествовать с размахом по Европе, Америке и экзотическим местам Африки и азиатских стран. Примерно по 3-5 раз в год. Деньги лопатами гребем. А ты, Ваня, вкалывай, как папа Карло, пока мы с Богом разговариваем. Так? Так?